В одном из наших выпусков мы рассказывали о приеме главы Алексея Колмакова жителей города Рассказово. В их числе была и пенсионерка Нина Казакова. Вопрос, по которому она пришла на прием, касался балкона. Щели на лоджии стали причиной появления грибка и холода. Требовался ремонт. А больше Нине Казаковой обратиться было не к кому. Спасибо. Я бы с удовольствием сделала, но не могу, я сыну. Ну, понятно. Вот спасибо, Нина. Сделано. Спасибо. Все от нас зависит, мы посмотрим. 70-летие Победы сделаем. Спасибо большое. Ремонт был сделан 9 мая. На лоджии заделали щели и полностью прокрасили все внутри. По словам хозяйки, стало намного лучше. И сделано все было в короткие сроки. Памятную встречу с главой города помнит хорошо. Ну, пришла, стала объяснять, вот он как раз и был. Вот. Показала ему все документы, рассказала ему все. Он говорит, не переживайте, все будет сделано. Номер телефона мой записал. Работал он очень хорошо, этот мастер. Я это... По 2 раза он красил меня, этот балкон. И я была очень-очень довольна, когда сделал. Пожелание по цвету у Нины Ивановны было одно. Главное, чтобы был светлым. Оно было тоже учтено, и теперь балкон, по ее признанию, стал местом, где можно отдохнуть и поднять настроение. До Алексея Николаевича жительница города обращалась с этой проблемой в разные инстанции, но дело сдвинулось только после вмешательства главы города. Более того, ремонт был сделан не только на лоджии Нины Ивановны. Также были прокрашены все подъезды дома, в котором она проживает. Юрий Ценин, Алексей Горелкин. Новости. ТВ Рассказово.